Приветствую тебя, гость из планиметрии. Поздравляю тебя с успешным переходом в трехмерный мир, то есть в стереометрию. Наша страна называется Топология. Здесь тебя ждут удивительные открытия и захватывающие приключения. Ты получишь очень ценные сведения для твоих дальнейших путешествий по миру математики. Планиметрия и стереометрия – разделы евклидовой геометрии. Планиметрия изучает двумерные или одноплоскостные фигуры. Стереометрия изучает трехмерные фигуры и их свойства в пространстве. Точка, прямая и плоскость – это фундаментальные, то есть неопределяемые понятия. Это абстрактные объекты, не имеющие никаких измеримых характеристик, кроме координат. Топология от древнегреческого «топос» – «место» и «логос» – «учение». Раздел математики, изучающий явление непрерывности и свойства фигур, которые остаются неизменными при непрерывных деформациях. В отличие от геометрии, в топологии не рассматриваются метрические свойства объектов, например, расстояние между парой точек. А вот и твой помощник. Он будет снабжать тебя знаниями, но и я всегда буду рядом. Что ж, доброго пути. Понимаю твое удивление. Да, тебе нужно привыкнуть к новому облику и пространству вокруг. Здесь ты трехмерный, то есть объемный. У манифолда появляются новые непривычные свойства. Но не бойся, мы будем возвращаться к двумерному миру, который ты хорошо знаешь. Манифолд. От английского manifold, в переводе «многообразие». Обозначение топологического пространства, имеющего строение, локально сходное с евклидовым пространством, которое, в свою очередь, построено на пяти аксиомах, изложенных в главном труде древнегреческого математика Евклида – «Началах». Именно евклидова геометрия изучается в большинстве общеобразовательных школ. А сейчас давай посмотрим внимательно на тебя и проанализируем, из чего ты состоишь. У тебя есть вершины. Давай сосчитаем их. И так, их 8. Вершины соединяют ребра. Их 12. А еще есть грань. Сосчитаем их, получаем 6. Отлично. А теперь давай запишем эти данные в некую формулу, а именно в формулу Эйлера. Вершины минус ребра плюс грани. И получаем... сколько? Правильно, 2. Далее проведем эксперимент. Добавим объекту еще одну вершину. Из этой вершины выстроим новые грани за место первой старой. Повторим расчеты. Вершин 9, ребер 16, граней 9. И как вы думаете, что получится? Все та же двойка. Эйлер обнаружил, сколько бы мы ни добавляли вершин, граней и ребер, сохраняя непрерывность поверхности объекта, мы будем получать значение 2. Значение это называется эйлеровой характеристикой. Эти фигуры являются друг для друга инвариантами, а это свойство называется гомеоморфностью. Гомеоморфность
понятие в топологии, которое говорит об эквивалентности, то есть условном равенстве объектов, в том случае, если преображениями и растяжениями один объект можно превратить в другой. Примером может служить пластилин, при условии, что его нельзя было бы склеивать и разрывать. В 2002 году российский математик Григорий Яковлевич Перельман доказал условно, что любой объект без отверстий и разрывов можно продеформировать в шар. Популярности Перельману добавило еще и то, что он отказался от денежного вознаграждения за доказательство этой теоремы, которая являлась одной из проблем тысячелетия. Теорема Эйлера для многогранников. Теорема, устанавливающая связь между числом вершин, ребер и граней у многогранников, топологически эквивалентных сфере. Именно теорема Эйлера заложила фундамент нового раздела математики – топологии. Давай подытожим. Если ты сохраняешь целостность своей поверхности, но меняешь форму, то в стране топологии этого никто не заметит. А вот значение 2 в твоей формуле имеет очень интересное свойство. Звучит оно почти шуточно. Теорема о волосатом шаре. Итак, наш шар отрастил себе шерсть или чешую. Вопрос: можно ли причесать его таким образом, чтобы не было ни проборов, ни макушек? Или уложить чешуйки гладко, чтобы со всех сторон выглядело одинаково? Как мы видим, нет. Всегда будет как минимум две макушки. Об этом и говорит Эйлерова характеристика. О, вижу вопрос в твоих глазах. Ты думаешь в правильном направлении. Действительно, существуют объекты, отличающиеся как раз по значению этой формулы. Фигура, которую ты нашел, называется тор. Объект, похожий на бублик или пончик. И у него уже иные характеристики. Это можно понять, если вообразить волосатый бублик. Как думаешь, получится его причесать гладко, без макушек? Да, вполне получилось. А теперь давай проверим его Эйлерову характеристику. Придадим его поверхности условные грани и сосчитаем компоненты. Получилось 48 вершин, 96 ребер и 48 граней. Считаем по формуле, и наш результат 0. Теперь, если мы возьмем объекты гомеоморфной тору, например, кружка, то и у нее по формуле будет также значение равняться 0. То есть тор для тополога – это совсем другой объект, нежели шар или куб. Также по этому признаку есть и другие группы объектов. Ты можешь увидеть их в этой таблице. Внимательно посмотри, чем отличаются эти группы. Посмотри на их Эйлеровы характеристики. Это вещественная проективная плоскость. Объект, который можно представить без пересечений только в четырехмерном пространстве. Правда симпатичная. О чем задумался? Можешь ли ты стать четырехмерным? В математике это возможно. Только пока ты про трехмерное пространство знаешь не очень много. Вот поднакопишь знаний, тогда можно будет попробовать. Для этого тебе нужно попасть в начало координат этого мира –
Там и происходят все превращения. Чтобы попасть туда, нужно искривить пространство. А таких еще поискать надо. Но у меня на примете есть та, кто может нам помочь. Поэтому, если ты хочешь, предлагаю тебе не терять времени и направляться вот в ту дверь. Прошу. Прекрасное все-таки место. Такое спокойное. О, вот и отлично. Идем туда. Пока идем, давай задачку дам. Есть два связанных кольца, соединенных перемычкой. Задача – разъединить кольца. Не забывай, в топологии ты можешь растягивать и изменять объекты, как тебе угодно. Достаточно не нарушать структуру поверхности. Поэтому любой объект с двумя дырками будет гомеоморфен двойному тору. Поэтому для решения подобных задач предлагаю тебе упрощать объекты. Одно из ушек кольца растяни до максимума. Видишь? У тебя получилось большое кольцо, в котором есть еще поперечная перемычка. Перекинь один из концов этой перемычки через кольцо, и задача решена. Поздравляю. Видишь, топология позволяет упрощать кажущиеся невозможными задачи до таких, что прийти к решению гораздо проще, чем сначала. Ты идешь достаточно долго, но тут до сих пор ничего нет. Аккуратно, стой, не свались! Ой, смотри, что-то начинается. О, я знаю, что это. Дамы и господа, прошу. Встречайте! Перед вами один из ключевых объектов топологии. Великая и неповторимая лента Мёбиуса! Что ж, вот ваш пропуск на посещение ленты Мёбиуса. Приятного вам путешествия. Дорогой, очередь не задерживаем. Берите свой билет.